упустил из виду одну крошечную деталь, партнер. Что? Открой глаза, тебя надули. Серьезно? Эй, кто там? Проваливайте, я занят. Какая жалость. Салли. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Как же я рад тебя видеть. Как твои дела? Дела лучше некуда. Дал. Кое-кому на лапу. На это ушли все твои деньги. И немало моих. Однако... Ну ты воняешь. Не хуже твои сигары. Да. Как ты нашел меня? Через одну общую знакомую. Привет, Найт. О, нет, нет, нет. Да подожди. Салли, запри дверь. Она нас здесь не достанет. Помолчи хоть минуту. Выслушай. Спасибо, Виктор. Ты уж прости, Салли, но ты плохо разбираешься в людях. Особенно в женщинах. Не спорю. И все-таки... Кошмар. Да, да ладно. Не все так плохо. Вот, даже личное ведро. Раньше-то было одно на восьмерых. Слушай, Нейт. Я очень признателен, что ты ко мне заглянула. Но если бы вы с Флином так подло не подставили меня, я бы не гнил три месяца. Слушай, в этой вонючей дыре. Так что прости, что не спешу, ну, прижать тебя к груди. Я ни в чем не виновата. Ну да. Я говорила, он не станет меня слушать. Ладно, Нейт, корабли найдены. В Борнео? Да. И Кинтамани тоже? А ты откуда знаешь? А ты думала, Флинн сам обо всем догадался? Думаю, что да. Но камень они не нашли. Что значит они? Флинн и его клиент, Лазаревич. Ну, тот, чокнутый. Они с самого начала были заодно. Вот как. Камень они не нашли, значит, у нас есть время. Ты отведешь нас к ним. Перехватим сокровища у них из-под носа. Этого они не ждут. О да, месть сладка. Вот, его звали исполняющим желание. Он священный. То есть вроде как святой Грааль. Именно. Спасибо. Салли, послушай. В землях Шамбалы сокрыты величайшие из земных драгоценностей. Чистейшей воды сапфир синего цвета. Человеку не обхватить его даже двумя руками. Это же целые миллионы. Сотни миллионов. Есть еще дневники? Очень много. Лазаревич платил очень дорого за дневники Марко Поло. Он искал камень Чинтамани долгие годы. Если он надеется, что Флинн найдет ему камень, то будет искать еще лет 100. Если доберусь до архивов Лазаревича, я найду этот камень. Не горячись, ковбой. Это проще сказать, чем сделать. Архив в его палатке, а палатка в самой середине лагеря. Там очень серьезная охрана, солдаты. Повсюду. Ну, поэтому нужен свой человек, которому они доверяют. А, ясно, вижу, к чему ты клонишь. Их надо отвлечь. Мне нужно на 5 минут влезть в палатку, вот и все. Всего 5 минут? Прекрасно, даже раздеваться не придется. Хлоя, может, просто что-нибудь взорвешь? Взорвать? Ну, это просто. Ты с нами? Разумеется, я готов на все. Хлоя, как слышишь? Слышу хорошо. Мы уже близко. Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность. Первый заряд прямо перед вами. Привет всем, дорогие друзья. С вами снова я, Рок Джокер. Мы продолжаем проходить игру Uncharted 2. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Ты очень странный, Салли. Твой смех меня пугает. Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Ребят, вы отбирайте у меня хлеб. Я все-таки летсплейщик. Не могу вставить ни слова. Да, патрули здесь будут. Я весь взмок, как шлюха на мясе. Зачем водить шлюх на мясо? Что такого?
Действительно, что такого? Я всегда на место со шлюхами хожу. Надеюсь, и вы, дорогие друзья. Эй, осторожно, наверху. Салик, как ты можешь это видеть? Никто не должен заметить. Здесь же огромное дерево. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Да, когда я первый раз проходил Uncharted 2, я убирал их совсем не по-тихому. Я начинал здесь просто резню. Разве что бензопилу у меня в руках не было. Извините, у меня насморк. Я только что 8 раз подряд чихнул, не знаю почему. У меня даже голова закружилась. Тем не менее, мы продолжаем играть в Uncharted 2. Что-то я отвлекся. Ну так вот, да. Сюжет перевел нас в Борнео. Нейтана, Дрейка вызвали из тюрьмы. Видимо, у Салли есть какие-то связи. Или у него было очень много денег, и он плюс к этому продал свой дом, чтобы вытащить старого друга Нейта из передряги, из этой, в которую он попал. Из-за Гарри Флина, который нас предал, если вы еще не забыли, потому что предыдущий летсплей был довольно-таки давно. Отвратительное место. Сапоги уже месяц не просыхают. Смотри, как Балазаревич тебя не услышал. Да, один из голосов сейчас вы слышали в озвучке. Это актер, который озвучивал Билла Каттинга, да, в одном из моих самых любимых фильмов, фильмах «Банды Нью-Йорка». Как сейчас произойдет кое-что, что поставит просто крест на всем стелсе, который я здесь пытался, потуги у меня были, изобразить стелс. Да, отличный комментарий, Салли. Тише, Нейт, тише, стреляй из Калашникова. Я постараюсь, Салли, и я буду прикладывать ладошку в дулу, чтобы было не так громко. Как вы видите, я не самый умеющий держать в руках джойстик человек. Что-то у меня получается. Как-то вот я вот выпиливаю их потихоньку. Меня это тоже радует, в принципе. Вот. Но можно качнуться на руках и вода в Uncharted 2 самая лучшая вода, которую я видел в играх. Погоди, старик. И последствия от залазания в воду здесь тоже самые наглядные в этой игре. Как видите, Нейт очень мокрый, но постепенно он высыхает. Вот я бы так высыхал быстро, как он. Птички очень экзотичные здесь летают. В общем, наша троица решили так, отомстить за Нейта, ну и самим навариться, конечно же. Чуть Салли я только что не придавил огромной глыбой, но Салли очень... Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Салли очень добрый парень, поэтому даже не разозлился на нас. Тут я был просто в миллиметрах от падения. Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Кстати, когда вы лазите по бревну в этой игре, надо... Есть такая вещь в джойстике DualShock 3, который самый сейчас продвинутый джойстик для консоли PlayStation 3. И называется эта вещь Six Axis. Вот, очень странное название, я согласен. Ну так вот, вся соль заключается в том, что когда вы идете по бревну, вам надо непосредственно самим джойстиком вертеть, чтобы удерживать равновесие. Это очень здорово. Но бревно здесь было такое короткое, что даже как бы не успеваешь это даже осознать, но на самом деле это так. Six Axis, вот эта вот самая поддержка, она присутствует. Вы приближаетесь к первому лагерю. Лучше всего поддержку... Я разместила там заряды, но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Спасибо, Хлоя, заткнись уже наконец. Ну так вот, Six Axis особенно заметен в игре GTA 4. Там можно управлять машиной даже, только крутя джойстиком в руках, просто без всяких кнопок. Это очень здорово. Вода прелестная, просто я не знаю, это чудо какое-то. Да, ну здесь я зарулил за сокровищем. Вот.
хотя, по идее, сюжет туда меня никак не вел. Так что здесь надо быть... Я вот уже прошел третья глава, да, но я думаю, я уже много всех сокровищ пропустил. К сожалению, все сокровища собрать практически, я думаю, невозможно, если вы проходите игру первый раз. Вот лагерь. Ты готов? Поехали. Сейчас начинается fail time в моем исполнении. Видите, он там красный стоит, как типа трансформатор. Я принял его за бочку с горючим и начал умолять. Это ужасно глупо оказалось. А по шее? А по шее вот это был, да, это было остроумно на самом деле, потому что на их только что свернул шею одному сбродить. В этой игре очень мне нравится вступать непосредственно в рукопашный бой, потому что среди перестрелки это очень удобно и экономит патроны. А в этой игре порой, да-да, бывает, не хватает патронов. И ты просто мечешься туда-сюда в поисках патронов. Сейчас будет очень эпичная заруба, здесь очень много противников на этой местности, в этой карте Барнео. Тут главное слишком много не фейлить. Кукольная анимация, все вот эти движения, они очень на высоком уровне выполнены, наверное, как ни в какой-либо другой игре. Все очень кинематографично, очень интересно выполнено. И, конечно, уровень высочайший абсолютно. А вот сейчас вы увидели, что происходит, если, например, противник пытается кинуть вас гранату, а вы попадаете в него, и он роняет гранату около себя. То вот это, наверное, одна из забавнейших вещей. Наблюдайте, как тот, кто хотел уничтожить вас гранатой, сам от нее же и погибает. Немного о сюжете, да, я просто немножечко подытожу. Значит, Хлоя, она является как бы военным агентом в данном случае. Если ее интерес на нашей стороне, а ее потери интересы, то она должна оставлять показ. Они на стороне Лазаровича. То бишь, она наше доверенное лицо в стане врага самого этого Лазаровича, которого вы еще в глаза пока не видели. Но в следующей серии вы видите. И вот. Теперь Дрейку, как очень шарящему парню, который знает латынь, нужно найти часть дневника Марко Поло, который был в Шамбале, где находится огромнейший алмаз, который не алмаз, а как камень, драгоценный такой. Я забыл, какого характера он, то ли алмаз, ну не помню. В любом случае его не обхватить даже двумя руками. Ну, у наших героев загорелись просто глаза, что эту громадину нужно продать. Вот. Биллу Гейтсу, например, он украсит ей, например, люстру где-нибудь у себя в зале. И нужно найти все части дневника Марко Поло или хотя бы большую их часть. И для этого нужно выкрасть их у Лазарыча, который их все скупал. Но это не так просто, потому что все эти части дневника, они находятся у Лазаровича в его главном лагере. И чтобы отвлечь его, этого самого Лазаровича и его головорезов, нужно сделать отвлекающий маневр, то есть взорвать что-нибудь, и чтобы туда побежал Лазарович, и мы могли спокойно его обокрасть. Вот так вот все нехитро на самом деле, но очень даже по делу. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Заряды давным-давно расставила Хлоя. Вот. И от нас требовалось лишь активировать их, чтобы они были готовы к взрыву. Вот. Хлоя, видимо, здесь бродила, что-то делала и потихоньку расставляла. Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Ладно, давай, приятель, прыгай. Ну и задница у тебя, Салли. Спасибо. Знаете, вот
В Uncharted 2 очень хороший юмор, один из лучших юморов в играх, вот. Но вот это вот, вот этот момент, вот этот, про задницу Салли, он очень сомнительный, я считаю. Потому что как-то все это странно. Нейт непонятно, то ли хвалит, то ли какую-то стебную ремарку стал по поводу задницы Салли, тот его благодарит. Это не идет на пользу юмору этой игры. Да. Но дальше игра будет прям развиваться на ваших глазах. В следующих частях вы это просто будете ему этому свидетелем. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может. Тут кто-то есть! Схватил по щам старый добрый друг Салли, но нам приходится выпиливать всех. Тут нам стараться объяснять всю технику уворачивания от ударов. Вот. Когда вы ее освоите, это всего лишь две кнопки. Мне бы не помешало твоя развлечение. Да ты и сам справлялся. Вот тебе еще. Видите, Салли до сих пор не растерял сноровки. Хватит страдать ерундой. Нас тут великий. Что ты называешь ерундой? Вот меня очень тоже интересует, а Салли стоял там как Шао Кан, а мы здесь как Лю Кэнг выпиливали всех этих Дамагаровых, вот, и он называет все это ерундой, ну это прекрасно. Идем вдоль трубопровода, прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать?